Я бы на твоем месте туда сейчас не входила. О чем они там спорят? Солдаты Пейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Сабал, что надо срочно спасать наших людей. И давно они спорят? Давненько. Всегда одно и то же. Те же слова и доводы. Эй, я не хочу быть навязчивой, но ты Аджай Гейл, да? Спасибо тебе за помощь. Здесь тебя все уважают. Золотой путь спас меня, и я их должник, но... Вообще, я приехал развеять прах матери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет, но ты должен Кирату. И твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. Амита, может помочь с разведкой? Ладно. О крупной операции говорили давно, и тут атака на Банапур, но... Что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Ладно?
Амита, все у меня. Отлично, Аджай. Теперь отправляется в следующий лагерь.
Амита, здесь все мертвы. Проклятие. Хорошие солдаты. Скажи мне, что они погибли не зря. Что данные у нас? Это карта. Что-то вроде храма. Отлично, это может быть важно. Я проверю и... Спасибо, что поддержал меня. Мой дом. Если засекли.
Надеюсь, тебе это пригодится. Нужна помощь! Армия короля атакует аванпост! Ситуация критическая! Ответьте! Thank you.
быстрее, быстрее!